Привет всем, ребята, вы как всегда на канале FrontBet. И на 19 июня у нас чемпионат Испании. Чемпионат Испании, Гранада, Вильярреал, Севилья, Барселона. Что хочу сказать, то что на исходы этих событий, которые я вам сейчас озвучу, на свое мнение, да, которое я считаю, как будет, какой я вижу исход этого матча, лучше делать ставочки там же, где делаю я. Почему? Потому что там именно самый высокий коэффициент. Это наши партнеры, это BKMLBet, по ссылочке в описании под этим видео, в мой твиттер переходите первой строкой в описании под видео, и там вы получите промокод, который даст вам при регистрации на ваш первый депозит максимум до 10 400 рублей. Нигде нету, ни в одной конторе такого нету, высокого фрибета на ваш первый бонусный счет. 10 400 рублей по ссылочке в описании под этим видео первой строкой. Гранада, Вильярреал. Гранада, Вильярреал. Прошлый матч мы брали с Гранадой на то, что Гранада забьет, и тотал один больше. У нас прошло все, Гранада забила как положено. На прошлый матч Вильярреала мы брали на втором нашем канале ФБ Супер чистую победу Вильярреала. Также зашла ставочка уверенно, Вильярреал победил, всех поздравляю. Вот, но в этом матче не то, что я дам предпочтение Гранаде. Нет, конечно же нет. Вильярреал — это очень сильная, мощная, слаженная команда, которая летит вперед, и она уверенно и сильно играет в футбол. Не отдам я здесь предпочтение ей. Возможно, будет здесь обе забьют. Но я хочу сделать опять такую же ставочку, как в прошлый раз с матчем, где участвовала Гранада. Взять гол от Гранады. Тем более сейчас дома им дают такой коэффициент 1.45. Это отличный коэффициент на гол. Кто-то может в экспресс его добавить, кто-то ординарчиком поставить. Вам решать самим, ребятки. Не забывайте про распределение банка, это самое главное. Кто любит лайв, ссылочка в описании под этим видео на наш телеграм-канал. Кто хочет еще прогнозиков на 19 июня, также на нашем втором канале ФБ Супер будут еще два, возможно, и более прогнозов на 19 июня. Переходите, все ссылочки в описании под этим видео, пользуйтесь. В общем, как-то вот так. Да, и Барселона, Севилья, или как там, Севилья, Барселона, по-моему, да? Здесь опять тоже я хочу повториться. Предыдущие две игры с участием Барселоны у нас прошло мое мнение, то, на что я ставил и советовал. Это гол в обоих таймах. И также здесь хочу я повториться. Гол в обоих таймах. Возможно, здесь даже в первом тайме Севилья забьет. Ну, посмотрим, как оно будет. В общем, гол в обоих таймах, но уже коэффициентик посерьезнее, чем прошлые разы. 1.60 с копейками там. Отличный, хороший коэффициент игровой. Вот. Вот такие вот дела, ребятки. Вот такое мое мнение. Согласны, поддержите лайком. Не согласны, напишите свое мнение в комментарии. Кстати, конкурс сделаем на втором канале. Выберу я матчик сейчас посерьезней, и там сделаем конкурс. Давно у нас не было конкурсов, немного правила изменятся. В общем, смотрите по ссылочке в описании под этим видео, во втором канале будет конкурс. Оставайтесь FrontBet.